А знаете, какое второе? Специи. Ну, конечно. Говорят, примерно 70% мирового рынка специй приходится как раз на эту страну. Но это главный в стране рынок специй. И, как считается, самый большой в Азии. Кхари Баули. И пряности здесь даже в воздухе. Тут же с непривычки заложило нос и горло. Но местные, конечно, кашляют гораздо меньше, потому что они намного привычнее к этому воздуху, пропитанному ароматами самых лучших специй в мире. Кстати, само название рынка дословно переводится что-то вроде «колодец со специями». На вот с карри, например. Сейчас попробуй, пробуй. Прям вот уже немножечко язык даже горит чуть-чуть. Класс. Из чего делают карри? До 14 пряностей. Перец, пожитник, куркума, масса всего. Ага. А это что? Это что? Куриная масала. Действительно, есть привкус курицы. Такой легко уловимый. И все очень остро. Мне уже горло продрало все. Кстати, курицы там никакой нет. Основа лук и чеснок. В общем, мне понравилась куриная масала. Сколько стоит? 300 рупий. 200 грамм куриной масалы беру. Это у вас что? Кардамон. А это у вас что? Кардамон. Ой, то есть получается есть и зеленый, и коричневый. Вообще для меня это стало открытием. Черный кардамон, он пахнет немножко, не побоюсь этого слова, корой дерева. Черный сушат на открытом огне. Он немножко костром пахнет. Зеленый мягче. Мы его в наш чай масала кладем. А черный кардамон куда можно добавить? В основные блюда. В рис бирьяни, например. Тут главное не перепутать. Вообще, вот такая суета происходит на этом рынке уже 4-е столетие. И ровно столько лет существуют и многие лавки, сменившие по 10 поколений владельцев. Так что по местным меркам мои знакомые, семейство Кумар, просто новички. Вы вообще давно занимаетесь этим? 53 года наша семья держит эту лавку. А у вас и дети, и внуки тоже этим занимаются? Да-да, вся семья. А младший сын вот здесь торгует. Вот это что такое? Корешок куркумы. Я вообще люблю куркуму. Мне вот этот аромат очень нравится. Как будто бы как ванилька даже чуть-чуть отдает. А вот уже молотую понюхай. Ух ты. Да кто же ее так ест-то? Нужно в блюдах распробовать. С овощами там. Очень, кстати, полезная штука. У нас с куркумой даже косметику делают, кремы. А с молоком это еще и лекарство. Такой прекрасный универсальный продукт, грех не взять. А у сына вашего еще что-нибудь присмотрю. Слушайте, какие-то вообще здесь важные дела решаются. Звонки поступают. Ощущение, что принесли чемодан с деньгами. Что у вас в чемодане? Деньги. Ага, вот я угадал. Сколько я вам должен? Это подарок, ты чего? Ну, спасибо большое. Желаю вам, как говорится, хороших продаж и, главное, здоровья. Спасибо вам большое. И тебе. Да, спасибо. Спасибо. Берегите деньги.